Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Звук «л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Звук «с» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Человек, родившийся 1, 10, 19 или 28 числа каждого месяца, может смело выбирать один из этих дней для активных действий, магии Солнца на его стороне. Особенно это касается периодов с 21 июля по 28 августа и с 21 марта по 28 апреля. По силе духа владелец этого имени – сильная личность с большими амбициями и желанием выделяться среди тех, кем себя окружают. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Носителю этого имени нужно постоянно работать над собой для устранения негативных проявлений. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Гласная буква «А» придает движение вперед. Но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.